собираетесь делать с историческим зданием, реконструкция которого запрещена? Мы собираемся его реконструировать. А что вы такое вот здесь делаете? У нас спорно-распорная конструкция, которая согласована с архитектурой города. Прям с архитектурой согласована? Да. И вот эти вот, и вот эти вот вырезы вы тоже в историческом здании в прошлом году делали, тоже согласовано? У нас все согласовано, можете к владельцу здания обратиться, они вам скажут. Так вы, скажите, вот эти проемы вы каким образом делали? Какие? Вот эти проемы в здании, вот эти, вот, которых не было в историческом здании. Это не мы делали. А вот это-то что у вас за конструкция будет? Это она будет ставиться, а потом отставится. А что она будет собой представлять вообще, эта конструкция? Летняя конструкция, летняя веранда. А с такой целью, что я заинтересована в этом здании вообще-то, арендатор, если я не хочу рухнуть вот с этого кабинета в результате ваших незаконных реконструкций. Все понятно. Здание, расположенное в городе Череповце по Советскому проспекту 49, является памятником исторического значения. И год его постройки – это конец 1800-го, по-моему, года. То есть ему больше 130 лет, если мне не изменяет память. И в прошлом году, именно в августе 2017 года, арендаторы здания, части здания, разрушили историческую кладку и исполнили вот этот вот проем, который фактически привел здание в уродливое состояние. В начале июля 2018 года снова начали издеваться над зданием и монтировали вот эту конструкцию металлическую. Я сделала замечание, на что мне сказали, что все работы согласованы с мэрией города Череповца и с управлением архитектуры. Мы звонили в управление архитектуры, нам данную информацию не подтвердили. В этой связи мы, конечно, очень сильно все возмущены таким обращением с историческим зданием.